Ребят, все, здорово, дорогие друзья, с вами Кирилл. И сегодня я даже не знаю, что сказать, потому что, во-первых, сегодня я попробую сделать серию на 50 минут. Точно не знаю, как это мне получится, но будет очень интересно. Есть еще один момент, мне просто стало интересно. Да. А, так, это понятно. Это просто не уровень обычный. Что это может значить? Так, обычная подвижная. Автонаведение. Реально. Перекрестие. Цвет перекрестия белый. Бесконечные припасы выключить. На всякий случай, вдруг если что, пускай будет так. Так, окей, хорошо. Экранчик. А что, кстати, по звуку? Да, так, чисто предустановки. Не. Сейчас сам это сделаю. Так. Обычно. Я же все тоже. Да. Сколько у нас максимально? Два. Ну давайте попробуем. Мне просто интересно. Мы же чисто экспериментируем. Будет реально интересно. Так, поехали. Да, звоню Дмитрийскую. Начнется сейчас мясо. Надо бы почувствовать сохраняться, иначе прям туда. Сегодня я предлагаю сделать 50-минутную серию, потому что я реально успокоиться. После того, как я установил эту игру, я просто... Я записываю, что тратил серию подряд. Это интересно. Это интересно. А кайф, сколько... Уже попал. Так, окей, продолжаем. Итак, внимание. Мне кажется, жопа, да? Так, хорошо. Где наш Гетцер? Так. Вот тут как будто я что-то не нашел. Теперь главное лабиринт. Я как бы не сюда надо тебе что-то поставить. Шарик, правильно я понимаю. Хорошо. Ну короче, типичный резик. Так, что теперь делать? Наверное. Нет. Чтобы туда пройти, мне нужно сделать так. Так, кроме маски, если не повезет, чего-чего. Ищешь розу? Что?
Да, кровь. Тут лучше. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Черт возьми. Отпустите меня! Свора чокнутых ведьм. Это очень больно. Ты пойдешь заниматься. Для себя золото. Точно. Мне кажется, нам что можно сделать. Сейчас, ребят, секундочку. Раз, два, три.
А так, собственно говоря, можно сделать скриншот, если вдруг что-то накапать не получается. Поэтому так я это сделал. Ну что ж. Прикольно. А, быка. Ну. Нифига себе. Надо все, кстати, проверить. Ага. Все-таки что-то было тут, да? Интересно. Кипит все из настоящего золота, я похер. Разобрали мне крестно. Да они же, собственно говоря, разобрали. Ребят. Сейчас начнется. Хорошо. А что это? Хорошо, тогда я приду назад. Пойти. И уж на всякий случай проберет этот... эту фигню. Ну, мало ли, что будет интересно, сейчас найдем. Так, хорошо. Так, давай. Поэтому мне нужен дробовик. А так, хорошо. Значит, патроны будут не бесконечны теперь. Вот теперь я могу играть нормально, то есть без всякого вот этого непонятного чего. Нормально. Вот замок Дмитрская. Самом деле по графу так-то так прикольно. Что тут никого нет. Что ты где-то, что-то может быть туда. Саш, мужик. Опа. Под большой реагент, ты хрен на себе. Нормально, да? Хорошо.
так выглядит, как будто, блин, тут тайничок яс какой-то. Опа. Так, ребят, самое интересное, что у нас? Офигеть, сколько много пороха есть. Стоп, подожди. Пор. Два. Обломки. Два. Пока я думаю, на хера не на всякий случай. Давайте вообще попробуем стройкам поставить. Предустановки. То есть, типа, мы сейчас не можем этого сделать. Ибо на максимум, ибо нет. Я понял. Хорошо. Но меня даже так устраивает просто. Здесь точно чисто. Да, для меня это уже удивительно. Куда они забрали Розу? Меня это как-то реально пугает. Так. Здрасте, герцог. Мы снова встретились. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Окей. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да, и кстати, купите что-нибудь. Без тебя, дядя. Да уж. Часов у меня и так, конечно, до хера. Ну что, продолжаем. Слышь, мужик, а у тебя совершенно другие вот эти херни, которые мы сильно вставить. Это у меня нет. Подожди. А я могу ведь использовать эту фигню.
У тебя как? Ага. Изучить. Как там? А, продуми глаз. И что он, что? А ты нельзя использовать, серьезно? Вам кто-нибудь сказать? Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Кишлый герцог. Шестыш. Так, а бокал 3500. 1 млей. Давайте пока оставим. Вдруг им понадобится когда-то. Нахер это мне лекарство, нормально, да. Нахрена на меня. Стоп. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Припасыч. Нет ничего важнее. Я бы мог патроны для пистолета приобрести. А вообще... Подожди. Пули. Патроны автомата достаешь. Давай хотя бы так тут. Пойдет. Сейчас спросил. Спасибо за покупку, сэр. На всякий случай. Интересно, что сложность не с кем тут стоит. В итоге получается час 54 здесь. Два часа, серьезно. Охренеть. Да не может быть. Она будет ходить. Зал 4. То есть нам нужно. А, тут надо найти практически все, что нам надо. Вот. Ну что ж, нам как-то вон туда. Ну пошли и там. Просто я не понимаю, вот. Возьми работы. Только подумал за патрон. Уже патроны есть. Офигенно, блин. Так, я каплю. Дмитрийскую билеты. Бесполезно. Ясненько.
слышали, это точно. Дальше, блин, такая высокая. Неплохо. Как-то внимательно смотрят. Сейчас вот эти вода. Обычно. Винная комната. Страшно. Я сейчас сутлы. Идем. Давненько я мужиков не скрывала. Я тебя повешу, скрою глотку и буду смотреть. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? Ты станешь чудесным украшением нашего зала. Тебе конец. Ugh!
Так страшно. Я больше не могу терпеть. То есть нашел этих двух красоток, провалился потом куда-то, бежал от них, ну, сбегая от них. Что? Так, я отработал, проводил в замке, все было поражено. Хотя, что здесь лежит, совершительная женщина. Мы достроим, настроим, наказали. Никогда не знал, госпожа, моя душа, весьма неожиданно. Это, кстати, намек на то, что он будет делать. Бояться. Лучше всяко будет. Закрыт так хорошо. Понял. Это хороший намек, на самом деле. Класс. Опять. Почти что в центр. Застушная шоколада. Самое странное, что в пес у меня стало теперь более-менее нормально работать. Давайте умываться. Доверься свету. Спасибо тому, кто это написал. Не, я знал об этом. Стоп.
За это точно шипит. Во. И там сам включает фонарик. Изначально я думал, что мне нужно как-то включать, но мне надо ничего включать. Кэш, это жестко. Да. Самого себя нарисовал. Так, внимательно смотрю. Вдруг где-то есть какие-то... Один из них, по сути, недавно был тут. Родной. Что за жесть? Так, ну что? Дробовик тихий будет. Дробовик громко слишком. А сюда можно пойти. Странно, что ничего нет. Промышленская. Капец, конечно. Наверное, где тут кто-то будет, и причем блядь. А где я вообще? О, извини, сейчас. Так. А, вот. Намекает на то, что их туда... Скорее всего. Сколько их? Четверо, да, получается. Триста восемьдесят лет. Только мне бы понимать, не хочу кота на мне. А, ты для... Для чего-то такого большого.
считаешь, не был. Поэтому так и зашли сюда. Сейчас. Что засветится где-то 100%. Так, я был тут, мы сейчас идем сюда. Где-то тут должен быть. Какой-нибудь хотя бы. Все понял? Не вижу, но только вот. Не понимаю, где это может быть. Я помню, что на видосах я видел, где-то тут есть. Сама эта фигня блестящая, а где? Нету.
Сцапа немає чих чому. Что Кассандра развела такой бардак. Сейчас должен быть ключ. Нужно валить с этого. Чем тебя зарезать? Не создавай мне таблетки. То, что тебе надо-то? Смотри, прекрасно, Фома. Любишь побесить, да? Сейчас бы отдохнуть в ванне с горячей кровью. Кровь нужно выжимать из еще живых. Так она гораздо слаще. Станешь главным блюдом. Кровь здорового мужика. Скорее бы. Куда ты собрался, дорогой? Сейчас меня уничтожим. Не страшны. Ты человечишка! Этой боли. Только нет. Все что? Опять же смотри, что не замутило. Странно. Что-то не досмотрели, мне так кажется. Херен его знает. Смотрю дверь кино. Сюда нельзя. Значит, сюда мы вернемся. Потому что, возможно,
Темно. Тут мы бы травы что-то не нашли. А что им? Еще не пойму. Ага, так ясно. Тут нужно были. Тут нужно были. Это записано. Странно. Хорошо. Что потом я себе таскаю? Сказать это не ждобно. А, да, не знал. Я думаю, что мы с вами точно все. Потому что... Огромный сарай идет для тебя.
сказать, что мне пора заканчивать, потому что мне рано же шабалет. Мне нужно идти спать, поэтому не смешно. Благодаря вам. Успокоимся раньше. При поддержке я расширил ассортимент услуг. Я думаю, будем купить. Где-то там не шарахнется там. Кстати. Вам что-нибудь подсказать? По поводу бутылки. Не обращайте внимания. Поставим череп. Поставим скетч. Дальше. 5К. Он пока. Статуя. Потом для пистолета купец. Тут самое интересное. Там сколько? Ставим череп. Так. Бокал. Это... Это бутылки вина. Мы еще встретимся. Как мне нравится, как тут золото смотрится, охеренно. Я думал, что нам на этом все. Все, запас смотрится, ставьте лайки, пишите комментарии, как это все. Смотрите, нужно пока закончить, чтобы не пропускать следующий сайт, подписывайтесь на канал. Да, встречу. Всем удачи, писал. Пока-пока. Встретимся в следующей серии. Все. До завтра.